Yo, back and I'm better than ever. Whoa. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. Yeah. All of those ties getting severed. Yeah. I told them all I can let up. They ain't not tired of me, never. Yeah. Give me a shot and I'll oof. I swear I shoot like Berettas. Yeah. Первая игра прошла достаточно легко, потому что наш кибер Саша накидал трех вместе с Владом. Кибер-части вышли на баскетбольную часть и, так сказать, разогрелись. Чувствую, что нельзя ни в коем случае расслабляться. Потому что всякое может быть. Если был бы не такой большой отрыв, а гораздо меньше. Сегодня был яркий пример, по-моему. Армения-Беларусь. Камбэкнула Беларусь и выиграла. Поэтому расслабляться точно нельзя. Ну, если честно, я такие игры совсем не люблю. Мы достаточно легко выиграли. Очень большое преимущество в киберчасти получили. И очень не понравилось. Последние 3 минуты ребят совсем расслабились на физической части. В принципе, выиграли уверенно, хорошо, но все равно самые важные игры впереди. И я, лучше было бы, если было немного потяжелее, прям скажем. На самом деле, команда Армении намного сильнее, чем команда Абхазии. Мы знаем и баскетболистов, они в Москве много играли. И киберспортсмен у них тоже практически один из самых сильных на турнире. Поэтому мы будем серьезно настраиваться. Один из основных, скажем так, конкурентов за выход из группы. Поэтому там надо будет более серьезно отработать.